бедствую в Рифтоне, владении гильдии. По крайней мере, они хотят всех в этом. Если хочешь обосноваться в Рифтоне, тут продается дом. Не дави. Захочешь купить, вступай туда. Я прямо за тобой. Я с радостью понесу твою ношу. Тогда пойдем. Говорят, Златоцвету досталось. Отлично, парень. Дай-ка я посмотрю на твою находку. Оренгот продал Златоцвет? Да что это ему в голову взбрело? Он себе не представляет, как обозлится Мавин, когда выяснит, что ее подвинули. Но он еще узнает. Если бы только тут было имя покупателя, а не этот странный символ. Не знаешь, что это такое? Да, Эдра, их забери. Что ж, я поспрашиваю своих и поговорю с Мерсером. А сейчас беги к Мавин Черный Вереск. Она потребовала именно тебя. Не сильно радуйся, это тебе не в гости к бабушке. Это деловой разговор. Это касается только тебя и Мавин. Я предпочитаю не встревать. Об этом не беспокойся. Дела Мавин обычно приносят ее людям много золота.
твои деньги. Ты быстро соображаешь, парень. Продолжай хорошо работать на нас, и заработаешь много больше. До встречи, парень. Подойди на секунду. Ты тут многим нравишься. И мне тоже. Просто хотел тебе об этом сказать. Я научу тебя всему, что знаю сам. Если захочешь... Что у тебя на уме? Я тебя прикрою. Сомневаться не приходится. Гильдия воров снова здесь. И они держат Рифта в твердой руке. Так это ты. Выглядишь ты не больно-то солидно. Это что, уверенность? Или простая гордыня? Удивительно, но их часто путают. Пойми, Бриньольф очень давно не присылал ко мне никого, на кого можно было бы положиться. Дорогуша, я ни в кого не верю. Меня волнуют только причины и следствия. Сделана ли работа? И сделана ли она правильно? Тут нет оттенков. Отправляйся в горцующую кобылу в Вайтране и найди Маллея Макия. Он быстро введет тебя в курс дела. Повторюсь, если до тебя сразу не дошло. Не выполнишь работу как следует. Сильно пожалеешь. Ты разве не торопишься? Ты плохо себя чувствуешь? Женщину, она не отсюда. Редгардка, как и мы. Она наверняка живет под чужим именем. Мы заплатим за любые сведения о том, как ее найти. Нам не рады в Вайтране, так что ищи нас в Рорикстеде, если что-нибудь выяснишь. Мы не причиняем никаких хлопот. Мы только хотим найти ее. Может, зайдешь в другой день? Я гадаю на чайных. Добро пожаловать. Дай мне знать, если тебе что-нибудь нужно. Где там у меня... Охрана в Айтране ужасна. Просто куром насмех. Что, нельзя уже и выпить спокойно? Буду краток, потому что у нас много работы. Владелец медоварни Хонинга, Сабьорн, устраивает дегустацию для капитана стражи Вайтрана, а мы должны отравить мед. Нет, в этом вся прелесть плана. Мы хотим, чтобы Сабьорн сам его нам отдал. На медоварне проблемы с грызунами, весь город это знает. Крысиный яд и мед плохо сочетаются, понимаешь, о чем я? Ты просто окажешься рядом и поможешь бедному старому Сабьорну. Он даст тебе яд, чтобы потравить грызунов.
а ты подбросишь немного яда в чан с суслом. Мы с Мавин долго это планировали. Нам нужен только кто-то вроде тебя, чтобы пройти туда и сделать дело. Теперь иди, пока Сабьорн не отрастил мозги и не нанял кого-то другого для черной работы. Помни, Сабьорну понадобится помощь. Сделай все красиво. На что ты пялишься? Не видишь, у меня тут проблемы. Ты что, издеваешься? Посмотри вокруг. Я должен подготовить дегустацию нового особого меда Хонинга для капитана стражи. Если он увидит медоварню в таком состоянии, для меня все будет кончено. Да ну, еще скажи, что сделаешь это просто по зову сердца. Надеюсь, ты не будешь требовать оплату авансом. Ну уж нет, я так не работаю, так что забудь. У меня одно требование. Этих паразитов нужно уничтожить раз и навсегда, пока моя репутация не погибла окончательно. Я купил яд. Хотел заставить этим заниматься моего ленивого помощника Малия, но он опять куда-то запропастился. Если ты его положишь в гнезда этих тварей, они уже не вернутся. Не возвращайся, пока все они не передохнут. Ну вот. Теперь мне все это убирать. Ну все, мне надоело. Thank you.
продать лучший мед в Скайриме, твое желание исполнится здесь. Тебе что-то непонятно? Ну, самое время. У меня уже сил не было капитану зубы заговаривать. Тебе придется подождать, пока капитан не закончит. Можешь тут посидеть пока, если хочешь. Так, Сабьорн, теперь, когда мы решили твою маленькую проблему с вредителями, что если я испробую твоего меда? Конечно, мой господин. Это мой лучший мед. Зовется особый мед Хонинга. Думаю, вкусовая палитра придется вам по нраву. Да брось ты, это мед, а не вино, чтобы его нюхать и смаковать. Во имя восьмерых? Что это такое? Я не знаю. Что-то не так? Ты уверял меня, что тут все чисто. Я тебя в кандалах сгною. Нет, пожалуйста, не понимаю. Молчи, идиот. Сам виноват. Не стоило располагаться в таком загаженном месте. Умоляю, пожалуйста. Все совсем не так. Ты тут будешь за старшего, пока я совсем не разберусь. С удовольствием. А ты идешь со мной в драконий предел. Увидим, как тюремный воздух прочистит тебе память. Теперь двигай. Послушайте, уверяю вас, это какое-то невероятное недоразумение. Сказал, двигай. Прощай, Сабьорн. Зачем ты это делаешь? Все прошло как нельзя лучше. Тебе еще что-то нужно, прежде чем ты вернешься в Рифтен? Значит, Мавен хочет найти частного партнера Сабьорна, да? Тогда тебе прямая дорога в кабинет Сабьорна. Он держит большинство бумаг в столе. Вот, это тебе пригодится. Не забудь замолвить за меня словечко перед Мавен. Рифтон находится под моей защитой, так что без глупости. Не убивай! Надеюсь, ты с хорошими вестями. Ступай себе. Растяпа.
Надеюсь, ты с хорошими вестями. Немного мы узнали. Единственное, что может указать на партнера Сабьерна, этот странный символ. Что ж, кто бы ни подписывался этим странным символом, он пожалеет, что связался со мной. Немедленно сообщи обо всем в гильдию воров. Еще есть вопрос твоей награды. Думаю, тебе понравится сумма, которую я плачу за услуги. Ступай себе. Все хорошо, надеюсь. Я все еще здесь. Я с радостью понесу твою ношу. Показывай. Говорят, что бедолага Сабьерн попал в тюрьму в Вайтране. Как же ему не повезло. Именно. Теперь ты понимаешь, как работает наша система? Мавин сообщила, что тебе удалось там что-то еще раскопать. Это важно для гильдии? Значит, это не совпадение. Сперва Оренгот, теперь Сабьерн. Кто-то пытается нас задавить, поссорить Мавин с гильдией. Мерсер думает, что знает, как вывести нашего врага на чистую воду. Он хочет тебя срочно увидеть. Я бы на твоем месте поторопился. Я его никогда таким злым не видел. Я поговорил со своими людьми по поводу добытых тобой сведений о поместье Златоцвет, но никто не смог опознать этот символ. Похоже, враг пытается нанести нам удар из-под тишка, настроив против нас Мавин Черный Вереск. Очень умно. Не стоит недооценивать врага. У них много средств, терпения, и им удавалось годами оставаться в тени. Только не спутай мое восхищение со слабостью. Наш враг будет жестоко наказан. Несмотря на всю их осторожность и тщательное планирование, они допустили ошибку. В найденной тобой купчей упоминается Гаджул Лей. Согласно моим источникам, это старый псевдоним одного из наших связных. Его настоящее имя Гулумай, скользкий ублюдок. Гулумай, наш агент восточной имперской компании в Солитьюде. Готов поспорить, он был посредником при продаже поместья Златоцвет, а значит, он может назвать нам имя покупателя. Найди его и вытряси из него все, что сможешь. Если будут вопросы, поговори с Бриньюльфом до отъезда. Не могу поверить, что Гулумай во все это влез. Этот аргнианин собственный хвост в темноте не найдет. Пойми меня правильно, он бы у нищего вытянул последний септим.
стратег. Проблемы? Он один из самых упрямых ящеров, которых я знаю. Та еще работенка. Тебе придется подкупить его. Только так мы привлечем его внимание. Если это не поможет, следи за ним и узнай, что он задумал. Этот Голумай просто взорвался, и можно будет на него надавить. Рад видеть, что ты перенимаешь наши методы. Глупо терять выход на восточно-имперскую компанию, пока мы всего не узнали. Просто сиди у Голумая на хвосте, и он точно во что-нибудь довляпается. Удачи в Солитьюде. Не убивай Голумая, но напомни ему, кто мы. У меня самые резвые скаку... Что-то не так? Меня не интересует, Джай. Повторяй, сколько хочешь. Подумай еще раз. Ты торчишь в этом баре и теряешь такие замечательные. Итак, кто это у нас тут? Дай угадаю. Судя по запаху, ты из гильдии. Но это невозможно, потому что я сказал Мерсеру, что больше с ним дел не имею. Я не торгую землей или недвижимостью, но если тебе нужны товары, это, конечно, ко мне. Эй, постой. Ты говоришь, поместье Золотоцвет? Мои извинения. Прости, но я почти ничего не знаю про эту пасеку, да? Может, да, а может и нет. Не могу же я помнить все свои сделки. Но прежде очистим мы отчизну свою. Не уступим. Мне плевать на твои обещания. Если я скажу тебе имя покупателя, и кто-то об этом узнает, мне конец. Грехой, как ты сгинешь, так будет у нас пир горой. А вот это предложение весьма кстати. Мне как раз нужно кое-что раздобыть. У меня нашелся покупатель на ящик огненного вина. Один такой ящик как раз хранится в Синем дворце. Принеси его мне, и мы поговорим про поместье Золотоцвет.
слухи, будто Эллен Вен в ярости. В Талмарском посольстве был большой прием. И одного из гостей занесло куда не следовало. Шороху было. Есть и высокий шпиль, чудесный дом. И, кстати, продается. Если хочешь купить, поговори с управителем крепости. Поглядывай в небо и будь настороже. В чем дело? Драконы? Дай-ка угадаю. Кто-то украл твой сладкий рулет. А, я вижу, у тебя есть вино. Отдавай его, и мы поговорим. Хорошо. Мы же не можем допустить, чтобы покупатель потерял терпение и стал искать другого продавца, верно? Вот, возьми это. Я сам, конечно, не могу его использовать, но надо же как-то заплатить тебе за товары. Отнюдь, я считаю это вложением в свое долголетие. Что до поместья Златоцвет, я тебе расскажу, что знаю. Ко мне пришла женщина, которая попросила представлять ее интересы в одном деле. Она мне показала полный кошель золота и сказала, что мне нужно всего-то заплатить Оренготу за поместье. Я принес ему деньги и ушел с ее экземпляром купчей. Нет. Я обычно не задаю слишком много вопросов работодателю. Думаю, ты понимаешь. Но я заметил, что она крепко ненавидит Мерсера Фрея и хочет до него добраться. В нашем деле мы редко называем имена. Кто мы, зависит от того, сколько у нас денег. Это все, что я знаю. Я же не говорил, что у меня есть все ответы. Теперь, раз мы договорились, я пойду своей дорогой. Когда-то и меня вела дорога приключений,
а потом мне прострелили колено. Держи свои стрелы в колчане. С вами лучниками надо быть настороже.
все собирался рассказать Мерсеру. Честное слово. Пожалуйста. Он же меня убьет. Вижу, с тобой можно договориться. Похоже, я в тебе ошибся. Тебе нужна женщина по имени Карлия. Мерсер тебе о ней не рассказывал? Карлия — это воровка, которая убила прежнего главу гильдии Галла. Теперь она охотится на Мерсера. Помогаю? Нет, нет. Послушай, я даже не знал, что это она, пока она со мной не связалась. Прошу, поверь мне. Я не знаю. Когда я ее спросил, куда она отправилась, она только сказала... К началу конца. Вот, возьми купчую на поместье Златоцвет. И когда будешь говорить с Мерсером, скажи ему, что живым я ему нужнее.
Думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Что это? В основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хороших. Прямо как в древних легендах. Даваки. Заклинания, которые блокируют магию. Да, конечно. Я просто пытаюсь понять, чем вызвано такое решение. Вы, наверное, привыкли, что империя склоняется перед каждой вашей прихотью. Но, боюсь, талмарцы не потерпят такого обращения. Вы гость коллегии, и вы находитесь здесь с разрешения архимага. Надеюсь, вы цените эту возможность. Да, конечно. Моя благодарность архимагу. Очень хорошо. Тогда позвольте откланяться. Я думаю о множестве важных вещей. И тебя среди них. Добро пожаловать. Мы как раз начинаем. Пожалуйста, садись и слушай. Итак, как я уже сказал, прежде всего нужно уяснить себе, что магия по природе своей непостоянна и опасна. Если ты не можешь ею управлять, она может уничтожить тебя и уничтожит. Простите, я думаю, мы все это очень хорошо понимаем. Если бы мы не могли управлять магией, нас бы тут не было. Конечно, моя дорогая, конечно. Все вы обладаете врожденным природным даром. Я не
ставлю это под сомнение. Я говорю об истинном контроле, о мастерстве магии. Чтобы овладеть им, нужны годы учения и практики, если не десятилетия. Тогда чего мы ждем? Давайте начнем. Тихо, тихо. Именно об этом я и говорю. Рвение должно умеряться осторожностью, иначе катастрофа неминуема. Но мы же только прибыли. Вы понятия не имеете о том, на что мы способны. Дайте нам шанс показать, что мы умеем. Я все еще не знаю, что ты об этом думаешь. Что нам делать? Не встаешь ни на чью сторону? Я восхищаюсь твоей выдержкой, но иногда приходится принимать решение, даже не зная всех фактов. Полагайся на инстинкт. Мы ведь все новички, правда? Давайте попробуем. Ну что такого ужасного может случиться? Ладно, давайте успокоимся. Давайте попробуем что-нибудь практичное. Продолжая тему безопасности, начнем с защитных чар. Я покажу вам охранное заклинание, и мы посмотрим, удастся ли вам с его помощью блокировать чужую магию. Хорошо? Ты мне не поможешь кое-что продемонстрировать? Тебе знакомы заклятия обереги? Для того и нужен этот урок. Самое время попробовать. Теперь встань, пожалуйста, вон там. Я наложу на тебя заклинание, а ты блокируй его. Поехали. Сюда, Пак. Становись напротив меня. Никто не должен оказаться между нами. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Я не хочу причинить тебе вред. Если у тебя есть талант. Сюда, пожалуйста. Становись напротив меня. А теперь скажи защитное заклинание и поддерживай его. Не секрет. Оставляет желать лучшего. Что ж, думаю, это отличное начало. Прошу вас, продолжайте упражняться с защитными чарами. Думаю, мы уже готовы к знакомству с некоторыми применениями магии на исторических примерах. Коллеги проводят интересные раскопки в руинах Саартала, неподалеку. Это великолепная возможность для обучения. Предлагаю встретиться там через несколько часов и посмотреть, что ждет нас внутри. На этом все. Всем спасибо. Глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. Это дело. Этот посох бесполезен. Я бесполезен. Весь мир бесполезен. Ой, привет. Я тебя и не заметил. Слишком увлекся магией. Ну, то есть...
так это называю. На самом деле я толком не знаю, что делаю. Мне раньше тоже так казалось. Понимаешь, мой дед был магом. Отец не любил о нем говорить. Но я кое-что нашел на чердаке. В том числе этот посох. После этого мне показалось, что я тоже стал магом. Всякие мертвые штуки вокруг меня стали на время оживать. Я даже отправился в коллегию в Винтерхолде. Но они только посмеялись. Сказали, что вся магия в посохе, а я тут ни при чем. Нет, я так не думаю. Ой, привет. Я тебя и не заметил. Слишком увлекся магией. Ну, то есть я так это называю. На самом деле я толком не знаю, что делаю. Мне раньше тут... До встречи. Поднимись и живи вновь! Ну вот мы все в сборе. Войдем внутрь. Хорошо, что в Скайриме еще остались такие, как ты. Это дает старику надежду. Хорошо. Когда войдем, держись рядом со мной. Там должно быть безопасно, но осторожность не помешает. Знаешь, тут ведь может быть золото. Не думаю, что нам тут место. Если некоторым из вас, Сартал – одно из самых ранних нордских поселений в Скайриме. Знаешь, тут ведь может быть золото. Во время знаменитой ночи слез. О том, что случилось в Сартале, известно мало. Для нас это удивительная возможность прикоснуться к истории. Мы можем изучить древнюю цивилизацию и ее магию. Так, у кого-то есть вопросы, прежде чем мы начнем? Да. Может, ты попробуешь чем-то помочь Арнелу Гейну? Он один из ученых. Каталогизирует наши находки. Я думаю, он будет рад, если ты найдешь еще какие-то магические артефакты в этих руинах. Подойдут любые зачарованные предметы. Полезность заклятия значения не имеет. Если что-то найдешь, всем ученикам следует это осмотреть. Ну-ка посмотрим, чем займутся остальные. Бриллина, дорогая, проверь, пожалуйста, наличие охранных чар. Что-нибудь, что должно было бы отвадить от синергии. Ничего не трогай! Что? Ах, да, ты! Я тебя помню. Ты с
собираешься помочь? Хорошо, просто не мешай мне работать. Я смотрел только часть этой секции. Ты можешь поискать в северных комнатах. Только будь осторожнее, ладно? Мы не хотим ничего повредить. Ладно. Что это еще за грохот? Все в порядке? Как же это могло случиться? Правда? Возможно, амулет имеет какую-то важность. Ты можешь его изобретал. Подожди, маг, и послушай. Знай, что ты запустил цепь событий, которую нельзя остановить. Приговор не вынесен, поскольку ты не мог об этом знать. Приговор будет вынесен за твои будущие дела и за то, как ты справишься с опасностями, что тебя ждут. Это предупреждение ты слышишь потому, что в тебя верит Орден Сикиков. Ты, маг, и только ты можешь предотвратить катастрофу. Крайне осторожен и знай, что Орден наблюдает за тобой. Я клянусь, в тот момент я почувствовал что-то очень странное. Что это было? Боюсь, я ничего не видел. Можешь описать, что произошло? Орден Псиджиков? Это точно? Очень странно. И опасность впереди? Ничего не понимаю. Псиджики никак не связаны с этими руинами. Их уже давно никто не видел. Наверное, нужно заглянуть в эти гробы. Вот теперь, пожалуйста, осторожнее. Кто знает, что мы там найдем? Нужно быть готовыми защищаться. Thank you.
это за место. До встречи. Я прямо за тобой. Я с радостью понесу твою ношу. Тогда по... Просто поразительно. Понятия не имею, но это поразительно. Совершенно поразительно. Нужно немедленно сообщить Архимагу. Он должен сам это увидеть. Лучше мне остаться здесь. Можешь вернуться в коллегию и сообщить Савва Суарину об этой находке? Поспеши, пожалуйста.